ты снимаешь, как мы снимаем обзор, чтобы мы потом смотрели, как мы снимали обзор. Нет, уже ездили пока. Съемка идет? Да. Меня видно, машину видно? Вот это срез идет, съемка? Рек написано? Да. Красно. Значит, идет съемка. Да, да. Смотри, чтобы меня бошку не обрезало, самое главное, чтобы я болтал. Ну, нормально базаришь. Привет, ребят. Сегодня на обзоре машина из Динской. Хозяин меня снимает. Давай сюда. Все, кури. Курит он, смотрите. Не курите, пацаны. Вот так выглядит. Четырка. Какой год? 10-й. 10-го года машинка. Жизнь не повидала уже, мятинки на ней. Такая прикольная. Лоб треснутый. Лобач от басухи треснул. Лобач? Да. Нет, это такой поставили. Такой поставили, да, треснутый это, сразу? Это толстый. То есть он усиленный. Это студия называется, Света, которая рекламирует? Это, да. Ну, короче, с них 5 штук. Мне на халяву сделали. Ну, я так и говорю. Сидеть неудобно, колоссально неудобно сидеть. Вот, просто, чтобы понятно было. Очень неудобно. Почему? Потому что сзади стена, ребята. Я, короче, не шарю в автозвуке. Я не шарю в автозвуке, это 2 восемнахи. Где порт? Порт прям под жопой. Меня зажало, спасите. Сука. Не, ну нормально так все, как по-пацански. Провода валяются. Короче, 2 восемнахи. Как они называются? СТ? Прайт СТ. Прайт СТ. И что? Рассказываю еще что-нибудь. Спрашиваю. Спрашиваю. Что это за порнуха? Где? Yeah. Вот. Вот это? Да. Где обшивка? Не встает обшивка сюда. Что там ржете? А почему аватар наклейка? Аватар? Да. Они на халяву тоже. Блин. Так, ну давай, что, питание рассказывать, что вообще про машину. Ой. Потому что мы ж не готовились. Так, слышишь, давай. Стрёмный обзор называется. Так снимай, чтобы вот так, это не вот было. Так, вот так, номера и потом раз, так, магазин автозвука Music Box. Заезжаем в Динскую, покупаем все. Давай. Ты вот это не снимай. Снимаю, все буду снимать. Что ты менжуешься? Это что такое? Да, блядь, это вчера замок сломали. Это вставлял, чтобы он не закрыл. Ты уже включал эту связку? Да. А сейчас будешь включать? Да. Хорошо. Так, это что у нас, фиам? Это что нет. Это хуй его знает. На лилиоч или фиам, похоже. Не, ну это не фиам. А это как хавкер, похоже. Угу. А, нет, это такой слайд. Там дельта. Вон дельта, и тут хавкер 300. Короче, общий амперчас сколько? Мы не считали, мы вчера это все кинули. Ну это, грубо говоря, 300. Дельта сколько, 100? Дельта 80. А тут? 300. В смысле, хавкер 300? Сколько у него там? Хавкер 300? Да, да. Блин, а я не помню, сколько у него. И вот и я не помню. Там красный черный. Отойди с ним нахрен, он мне в камере будет потом болтать. Виталик, что ли? Да. Отойди. Так, короче, плита 12К. 4 аккумулятора. Под капотом есть что-то? Да, мотор. Под капотом аккумулятор еще один. Фронта нет, чисто басуха. Ну как нет фронта? Вон там 3 динамика. Пара НМ-ок стоит. Даже не 3, пара НМ-ок. И 2 восемнахи. Вот и все. И вот генератор 120. Так, и вот так вот он ездит на соревнования. 120-й генератор. Да. Первый раз такую батарею вижу. Это регулятор, да, под капотом? Да. Сколько просад приваливает? 12. По 12, да, просаживается? А что еще особенности? С чем столкнулся вообще при инсталле? Какие трудности? Расскажи. Да, в принципе, трудностей особых не было. Свободный гермовод еще есть, да, смотри? Да. Ну, сюда еще добавятся гермоводы. Будет 8 протяжек. Нормально так сделано. Сейчас 4 протяжки и 5-й свободный, да? Да. Еще буду добавлять гермоводы, будет 8 протяжек.
4 плюса, 4 минуса. Посмотрим, что будет с генератором, либо ВПС, ну, бюджетно. Угу. Потому что Z13 как-то неохота брать. Что-то они тоже немного отдают. А ты нагружал? АЗ-шку? Да. Я в систему ее видел. Как она себя ведет. И замеры видел, да? Замеры смотрел. Ну, я со старой замеры, ну, дешевле запчасти проще найти. Фронт будет установлен. В этом году будет 10 динамиков установлено на одну дверь. Угу. Потом посмотрим на следующий год. Будем что-нибудь другое делать. Что именно? Еще не решил. Да? Да, то есть все в планах. Будем себе плиту покупать, питание нормально оформлять, все это красиво будем. И, возможно, будет интересный тыл. Тыл? Да. Тыл в стене. Когда? Ну, все будет в следующем году, в этом я этого не сделал. А с той стороны что здесь? То же самое? Да. Ничего нету, да? Ничего нету, да. То есть там вот на фронт один усилочек у тебя и все, да? Чисто басуха, короче. Да, ну вот могу открыть. То есть тут ничего нету. Запенено протяжки. Не, протяжки свободно. Вылазят, залазят. То есть они не запенены. Ты их чем-то обкладывал, что ли? Да, я это обложил гофрой и все. Большой гофрой? Они в гофре, да, гуляют? Нет, гофра в смысле бумага. Бумажная гофра. Ну, нормально. В процессе, короче, встал. Ну, да. Включай. Давай. С открытыми, с закрытыми валю? Валю на открытом окне, на своем. А эту? Это все закрытое. Только не убивай меня, пожалуйста. Ну, мы чуть-чуть. Она даже Даже заводится. Да, сама. Сейчас я протру немножко. Да, я сейчас как раз добавлю. Посмотрю на фокус. Вот такой вот, ребята, обзор. Сейчас немножко повалим. Давай мы 22. Послушаем. Да? Так трясет. Хорошо. Прикольно. Сейчас 28. Короче, немного расскажу про ощущения. Уши спрессовывает, такой ход перепонок прям чувствуется. И тяжело дышать. Приходится как-то так сгруппировываться.
Ты сидел вообще вот здесь? Здесь? Да. Я свою нагружал, дверь ту разгружал, на ту прилетает, и тут как бы тоже тяжковато сидеть после установки 12-тысячника. Мы еще будем работать со стеной, это так ерунда, что сейчас было. Ну, это как бы, грубо говоря, начало вообще. Да, ну смотри, я ее лично пилил сам один, угу. В одно рыло. То есть, как она выехала с первым запилом, угу. Так же она и осталась. То есть, все этапы, которые она посещала, она сырой была. То есть ты ничего не переделал? Ничего на ней не переделал. Просто уст поменял, да? Просто, да, сейчас я моноблок прикинул. Ну, слышно, что объема много. Угу. У них 550 литров сейчас объема. Это очень много. Что будешь делать? Ну, верну пацанам моноблок завтра. Поешь обратно свой. Вот, а, ну, как бы, когда будет уже установлена плита своя, то буду играть с объемом, с портом, угу. Совсем, в принципе. Сейчас смысла нету, я думаю. Не, ну валит круто, мне очень нравится, конечно. Людей можно глушить. Здорово. Да, но, здорово. Ну, понимаешь, это 28 сейчас было, то есть на низах. И первый трек 22-24. Ну, я синусы 22 на них гоняю, мне до лампочки. То есть воткнул синус, там, 3 минуты. Трек на синус, синусом, и она играет, и до лампочки. Ну, твое мнение про динамики, про это? Про Прайц? Да. Вот нет, про эту модель, не про весь. Ну, про вот эту модель крутые, единые. Угу. Мне очень нравится, играют как и низ, так и вверх. В принципе, люди удивляются. Первый вопрос, когда садятся, почему именно они? Ну, потому что они играют низа, это то, что мне надо. Угу. То есть мне не надо там гуделки 40 Гц. Мне вот от 22, в принципе, до 35 нормально. Короче, ветер, я выше 30 вообще, в принципе, не слушаю, не воспринимаю. Тут как бы 28 слышно и 26 слышно. Ну, ты 22 ощутил. Ну, круто. Ощущения вообще злые. Злые ощущения. Организм немножко в шоке. Какие у тебя усилители были до этого и какой был результат? Был мост Урала в 3500-х, в 0.35. Все это питалось от двух кислот камазовских и одного ГМа. Результат 155,8, снимал 154,1 средний за минуту на SPL-шоу в городе Армавир. Ну и все, в принципе. Это в таблице есть? Это результат. Есть в таблице, конечно, да. 154,1 есть в таблице. 155,8. Найти меня... Имя, фамилия в таблице. Имя, фамилия Петренко Александр. Угу. Саша, слушай, это самое. 0.35 это на мост или на каждый? Нет, это мост. 0.7 мост. Ой, 0.7 он мост был. 0.35 на усилок. Да. И они нормально работают? Ну, как нормально грелись, да. Один сейчас в ремонте. А, то есть отработал? Ну, там непонятно почему, потому что он дает треск, но он работает. А, он работает, просто какие-то просто шумы трещит, появились. Да, нет? Шум появился, но в мосту они работают, треск меньше, так подключаешь, треск больше. Ну ничего, за собой не потащил второй. Ну ты выводы какие сделал? Эти усы можно вообще в низком запускать? По поводу 3500-ок в низком. Да. Ну если у тебя есть деньги на ремонт, то в принципе можно, да, базара. Но... Риск, короче, на себя. Да, риск на себя, да, берешь. Как бы. Ну 0.5 я уверен, они будут нормально. В 0.7 у меня 3500-ый работал на 200 их. Пофиг, в принципе. Вот я с одного 3500-ого 152 плюс снимался стек на разреженных аккумуляторах. Опять же, сырая стена. Вот, с 12-киловаттником ничего не замеряли, даже мерить не хочу, смысла нету. Когда будет своя плита, когда я подгоню все, когда я узнаю пик, потому что пик сместился. От мощи? Да, да, однозначно, есть, потому есть что момент, да, 40 не айс валит, 28, ну, то есть уровень, да, 28, у меня 155 на 28. Ну круто, что. Давай, желаю тебе успехов. Спасибо. Тебе тоже. Еще не раз увидимся, я думаю. Все, ребята. Я поехал на площадку, потому что сегодня дебидрак. Сегодня 8 июля. Ребята уже машут руками. Говорят, езжай, езжай. Со мной, которые приехали. Поехал я заезжать на площадку. Ну такой, ребята, обзорчик получился. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк, обязательно подписывайтесь на канал. На группу Music Box тоже. И на группу Music Box, вот этого чувака группа. Ну все. Не прощаемся, еще увидимся.